итогам нескольких месяцев исследовательской работы, публичного обсуждения и голосования интернет-аудитории экспертного совета премии стал образ нового героя бизнеса северной столицы. 19 номинантов боролись за победу. В номинации «Благотворитель года» победила член попечительского совета благотворительного фонда «Белла» народный артист России Ксения Рапопорт. Она отметила, для благотворительных организаций главное сейчас выжить, а такие проекты, как премия РБК, в этом помогают. Это очень важно, что такая область есть, и это замечательно, что РБК обращает и привлекает таким образом внимание к работе благотворительных фондов, потому что я думаю, что тут цель не в самой премии, да, а именно в том, чтобы привлечь внимание людей, у которых есть возможности помогать, к той работе, которая ведет.